В воскресенье в Самарской области пасмурно, пройдет дождь. Днем плюс 4, плюс 6, ночью плюс 3, плюс 5 градусов. Юго-западный ветер 5-7, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, пройдет дождь. В дневное время плюс 5, ночью плюс 4, юго-западный 6 метров в секунду. В Тольятти тучи, осадки в виде дождя, днем плюс 4, ночью плюс 3 градуса, юго-западный 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно и дождь, днем плюс 4, ночью плюс 3 градуса, юго-западный ветер 6 метров в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%. Внимание, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.